Глобальные проблемы и вопросы кибербезопасности. Эти темы заняли центральное место на встречах представителей по национальной безопасности стран БРИКС в Йоханнесбурге. В ходе совещания высокого уровня глава МИД КНР и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявил, что Китай выступает против создания цифрового железного занавеса и превращения интернета в поле битвы. Он отметил, что основная концепция всемирной сети с момента ее создания – открытость. Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что в Китае высоко ценят безопасность киберпространства и готовы сотрудничать с другими сторонами для оптимизации управления этой сферой. По словам китайского дипломата, при создании открытого и инклюзивного интернет-пространства все страны должны придерживаться принципов честности и справедливости и противостоять любой форме гегемонии. Еще одна ключевая тема прошедшей встречи – это отношения Китая с другими государствами БРИКС для защиты общих интересов развивающихся стран. Так, по словам министра иностранных дел КНР Ван И, китайско-российские отношения прошли проверку изменчивой международной обстановкой и стали более зрелыми и устойчивыми. Во время переговоров двух стран секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цель Москвы – это укрепление стратегических контактов и расширение практического сотрудничества с Китаем. Это также включает более тесную координацию в рамках международных структур, среди которых БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Ван И отметил, что Китай готов к сотрудничеству с Россией для защиты совместных интересов. Также в Йоханнесбурге Ван И встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандер, советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Давалом, с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадиеном и главным советником президента Бразилии Селсо Амаримом.